В этом году мы с друзьями решили слетать в Мексику. С погонями на земле и воде, шпионами и перевоплощениями трое друзей приехали на отдых. Они надеются хорошо провести время, но нарываются на приключения. Комический герой советского кино и три девушки, которые разводят всех подряд. Абсолютно в новом формате и с уникальной подачей. А в главных ролях Дмитрий Нагиев. Девушки бывают разные. Роман Попов, Владимир Яглыч, Алена Чехова, Дмитрий Власкин и многие другие имена. Они раскрывают всю идею кинокартины. С трудом проснувшись на утро, парни обнаруживают себя посреди пляжа. Они в замешательстве, не помнят, что произошло накануне. Именно так и отметили свой приезд. А потом появляются люди, которые в своем стиле и рассказывают, что же произошло. Что вообще вчера было-то, а? Парни, мне очень плохо. Где мой петух? Как после оказалось, прошлой ночью парни навредили одному из международных криминальных авторитетов, который по какой-то причине хочет их убить. Вы понимаете, что мне пришлось там пережить? Но и тут они выходят из ситуации, переодеваются в девушек и участвуют в женском турнире по серфингу. Но в руках у них ни денег, ни документов. Но они еще не знают, что их неидеальному плану помешает любовь, секретные спецслужбы, мафии, даже бойцовские петухи. В Севастополе фильм уже в прокате. И вот первые впечатления. Море впечатлений. Вот как поете в песне, девушки бывают разные, черные, белые, красные. Именно так они предоставлены. Фильм на самом деле очень смешной, очень хороший, мне очень понравилось. Но я лучше бы пересмотрела 10 раз «Девушки бывают разные», чем какие-либо другие фильмы. Как раз сейчас, в нашу холодную осеннюю пору, такие теплые кадры, очень яркие, классные, веселые, эмоциональные, я была в полнейшем восторге. Это было что-то. Вот. И очень классная идея с переодеванием в девушек. Это не что-то новое, да, но при этом, мне кажется, над этим никогда не перестанут смеяться. Ну а какой итог будет у этой истории и какова судьба главных героев, вы узнаете, просмотрев фильм, а увидеть его можно будет во всех кинотеатрах города. Марина Купринка, Денис Прошин, Севастопольское телевидение.